Вы на канале «Час ремонта». Здравствуйте! Сегодня на обзоре инверторный сварочный аппарат «Форсаж 180». Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, а также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Форсаж 180, сделанный на основе Форсаж 161, также является самым маленьким сварочным аппаратом в линейке Форсаж. Специальные быстросъемные соединения позволяют без труда подключить кабели и незамедлительно приступить к работе. А автоматическое управление работой вентилятора обеспечивает снижение потребляемой мощности и уменьшение попадания пыли внутрь сварочного инвертора. Корпус прибора выполнен из ударостойких материалов и не боится падений с небольшой высоты. На корпусе сварочного аппарата имеется множество отверстий вентиляции для охлаждения внутренних узлов. Ножки с нижней стороны позволяют установить инвертор так, чтобы он не касался поверхности, что будет полезно, например, на открытых площадках после дождя. В комплектации, кроме самого аппарата, вы найдете пару вилок для кабелей и документацию. Поставляется в картонной упаковке. Сварочный аппарат «Форсаж 180» используется как в бытовых, так и в производственных целях. Устройство оснащается встроенной системой защиты и позволяет работать при нестабильном напряжении в питающей сети. При снижении напряжения питающей сети до 140 вольт сварочный аппарат обеспечивает стабильный непрерывный процесс ручной сварки при работе электродами диаметром до 3 мм, что гарантирует отсутствие проблем при проведении работ в сельской местности, на строительной площадке, в гараже или на даче. Аппарат отличается высоким качеством сварочного шва благодаря функциям форсаж дуги, горячий старт и антизалипание. Агрегат имеет возможность эксплуатации в режиме TIG при условии приобретения дополнительных аксессуаров. Преимущества: сверхкомпактный сварочный аппарат, низкое энергопотребление, возможность питания от автономных передвижных электростанций, высокое качество ручной дуговой сварки, широкий спектр функциональных возможностей, малое разбрызгивание, легкое зажигание дуги, наличие плечевого ремня, возможность дополнительного увеличения длины сетевого кабеля до 50 метров, ударопрочный корпус, защита от перегрева, долгий срок службы, процент нагрузки при сварочном токе 140 ампер 100%, при сварочном токе 160 ампер 50%, максимальная мощность сети питания 7,8 кВ-ампера, диаметр электрода от 1,6 до 4 мм, рабочий диапазон температуры окружающей среды от минус 20 до плюс 40 градусов. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого аппарата. Цена завышена. Сервис не налажен. Проводов нет в комплекте. Нет ручки для переноса. Вилки дешевые. Шумный вентилятор. Отсутствует цифровой индикатор силы тока. Очень легко поворачивается регулятор силы тока. Крутилку видно плохо из-за козырька. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Сборка качественная. Варит устойчиво. Мощность реальная, а не китайская. Надежный аппарат. Работает при низком напряжении. Удобный в эксплуатации. Выглядит прочно. Электроды не разбрызгиваются. Функция антистик работает, а также форсаж дуги. Возможно, вы станете владельцем этой модели инверторного сварочного аппарата. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и комментарий. Подписывайтесь на канал и уведомления, будет много интересного. Всем пока!